Более 73 миллионов рублей сэкономили жители Одинцова на оплате поездок по МЦД со дня введения платного режима проезда благодаря использованию карты «Тройка». В отличие от обычных билетов на пригородные электрички, карта дает пассажиру право бесплатной пересадки на станции метро и Московского центрального кольца. У жителей города в пешей доступности есть две станции МЦД-1 – Одинцова и Баковка. По тарифу кошелек на поездку в столицу сейчас уходит 47 рублей в общей сложности.